Спасибо большое за возможность задать вопрос. Хоть мы не турки, мы украинцы. Я в курсе, да. Владимир Владимирович, вот в контексте ваших неоднократных утверждений о том, что на Донбассе нет российских кадровых военных, я хотел вам передать... Что? В контексте того, что... В контексте ваших утверждений, что на Донбассе нет российских кадровых военных, хотел вам передать привет от капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Третья бригада, город Тольятти. Скажите, вы будете их обменивать на Сенцова, Савченко, Афанасьева, Кольченко, Клыха, и этот перечень очень и очень еще не закончен. И если можно, второй все-таки вопрос. Минские соглашения заканчиваются, ни одна из сторон их не выполняет в продолжении, собственно говоря, первому вопросу. Так что же нам ждать от вас с 1 января следующего года? Вы будете снова наступать, будете предлагать какие-то переговоры или, может быть, на время забудете об Украине? Спасибо. Значит, по поводу обменов. Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Первое. Второе. Вы назвали там 2-3 человек или 2 человек, которых предлагаете менять. А потом начали длинный список, на кого вы их хотите поменять. Ну, во-первых, обмен должен быть равноценным. А во-вторых, мы должны вместе с нашими коллегами спокойно все это обсудить, поговорить и продолжить то, на чем мы всегда настаивали, и то, что предлагает президент Украины. Нужно освобождать людей, которые удерживаются как с одной стороны, так и с другой стороны. И прежде всего это касается людей с Донбасса, с юго-востока Украины и украинских военнослужащих, которые задержаны на этих территориях. Но обмен должен быть здесь равноценным. О чем я говорю? Ведь не секрет, наверное, что украинские власти считают тех, кто задержан и находятся в Донбассе людьми, которые подлежат обмену, а тех, кто содержится в тюрьмах на Украине, в Киеве, считают уголовными преступниками и выводят за рамки этого обмена. С чем? Вот с этим люди на Донбассе не согласны. Нужно подходить по-честному и сказать, что давайте менять всех на всех, так, как Петр Алексеевич Порошенко и предлагал. Всех на всех. Они выборочно. Вот этих будем, этих не будем. Так что в этом отношении вот такой подход, и мы его поддерживаем. У нас много разногласий с руководством Украины. А здесь у нас общая позиция. Значит, теперь по поводу 1 января. 1 января, к сожалению, для нас мы прогнозируем ухудшение наших экономических отношений. Потому что мы вынуждены принять решение о том, что не будем с Украиной с 1 января работать как членом зоны свободной торговли СНГ. Мне руководители Евросоюза предлагали и просили не исключать Украину из зоны свободной торговли и не лишать ее преференций в торговле с Россией, в надежде на то, что мы будем в трехстороннем формате Россия, ЕС, Украина в течение года вести переговоры и внесем какие-то изменения в разных формах. Если не менять само соглашение между Украиной и Россией по присоединению к ассоциации с Евросоюзом, то хотя бы какие-то внесем туда корректировки с помощью дополнительных протоколов, которые снимают наши озабоченности. Гарантируют наши интересы экономические. Мы до июля 100 раз просили с нами встретиться в трехстороннем формате. Только в июле начались первые контакты. Девушка, я вас вижу. И обязательно вам дам слово. Да? Да. Вот. Только в июле начались контакты, понимаете?
Они ни к чему не привели фактически. Вот только что мы в Париже встречались опять и с канцлером ФРГ, и с председателем Еврокомиссии. Прислали нам бумагу. Ну, воспользуюсь такой солидной аудиторией. Некоторые вещи просто скажу. О чем речь идет? Мы стремились, чтобы сохранить наши отношения с Украиной экономически. Но ведь Украина является членом зоны свободной торговли. Там есть преференции взаимные, нулевые тарифы. Украина пользуется и использовала в экономических отношениях с Россией и с другими странами СНГ, там, скажем, ГОСТы, техническое регулирование, таможенные правила, которые достались нам еще из прошлого, и которые мы вместе постепенно меняем. Украина в одностороннем порядке выходит как бы из этого режима и присоединяется ко всем европейским правилам. Там, например, написано, что все товары на украинском рынке должны быть подчинены техническим стандартам и нормам регулирования техническим Евросоюза. Но наши товары пока не отвечают этим требованиям, поймите вы нас. Значит, что? Вы выбрасываете наши товары со своего рынка? Прописали, услышали, Украина имеет право на какое-то время оставлять и то, и другое. То есть она не обязана, а имеет право. То есть будет она это делать или не будет, непонятно. А для этого, чтобы все это определить, может быть создана подкомиссия, а может и не быть создана. А от нас требуют, прямо записано, а Россия оставляет все преференции. Ну так не делается. Дальше. Вообще, здесь не надо быть специалистом. Написано, что Россия берет на себя обязательство привести в соответствие с нормами Евросоюза наши таможенные стандарты в СНГ. Ну, я им в Париже сказал, вы вообще взрослые люди или нет? Мы на троих-то, Россия, Белоруссия и Казахстан, спорили годами по этим таможенным тарифам. А вы хотите, чтобы мы, потому что Украина присоединилась к этому соглашению с Евросоюзом, изменили все таможенное регулирование в СНГ? Это просто несправедливое требование. Невозможно это сделать за один год. Теперь написано, что мы переходим, мы обязаны перейти на фактически фитосанитарные нормы Евросоюза. Но Украина готова, а с нами-то никто переговоров не вел. Прямо прописано, что Россия берет на себя обязательства. С какой стати-то? Может быть, мы и за, но это требует времени. Ну, поймите же вы, в конце концов, это требует времени и капиталовложений. Речь идет о десятках, сотнях миллиардов долларов. И время нужно. Мы говорим, слушайте, мне, кстати, в Париже сказали, ну, наши стандарты лучше. Может быть, вам лучше переходить на наши стандарты? Да, это правда. И мы хотим. Но деньги нужны, инвестиции нужны. А нам еще и перекрыли внешнее финансирование. Я говорю, ну вы же понимаете, что это невозможно сделать. Зачем вы все это пишете? Они говорят, а мы пока не читали вот то, что написано. Слушайте, вы не читали, а нам прислали эту официальную бумагу. Нам с этим соглашаться? Теперь по поводу того, что мы будем делать. Мы не собираемся вводить в отношении Украины какие бы то ни было санкции. Я хочу, чтобы это было услышано. Мы просто переходим на режим, наиболее благоприятствуемой нации в торговле. То есть Украина не может быть поставлена в условия худшие, чем любые другие наши партнеры вовне. Но, конечно, никакими льготами и преференциями Украина в торговле с Россией с 1 января 2016 года пользоваться не будет. Что это означает на практике? На практике означает, что сегодня нулевые тарифы в торговле между Россией и Украиной, нулевые, а так средневзвешенный тариф будет 6%. Где-то 3, где-то 8, где-то 10%. Но это не наш выбор. Мы всячески боролись за то, чтобы этого не произошло. Но нас не захотели услышать. И причем так вот в одностороннем порядке и в таком стиле, как я вам сейчас рассказал. Но будем работать и в тех условиях, которые складываются. Теперь по поводу всяких наступлений. Вы знаете, я вам искренне говорю, мы не заинтересованы в обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт как можно быстрее был разрешен. Но только не способом физической ликвидации людей на юго-востоке Украины.
Кстати говоря, посмотрите на результаты выборов муниципальных. И посмотрите, как проголосовал Юго-Восток Украины. Там везде, по-моему, в 9 или 10 регионах, везде оппозиционный блок занял первое и второе место. А в том же, а на тех территориях Донбасса и Луганской области, которые контролируются украинскими властями, 43 с лишним процента проголосовали за оппозиционный блок. Но что, киевские власти этого не видят? Не хотят учитывать настроение и ожидания своего собственного народа? Мы очень рассчитываем на то, что у нас будет открытый, честный диалог. По поводу Минских соглашений. Мы 100 раз уже слышали, что вот надо, чтобы Россия исполнила Минские соглашения. Так мы хотим этого. Но вот возьмите, посмотрите, что там написано. Первое. Внести изменения в Конституцию и согласовать это с Донбассом. Внесли на постоянной основе. Вроде бы внесли в переходные положения. А что там написано? Что там внесли? Закон об особом статусе управления. Инкорпорировали в переходные положения. На постоянной основе? Я их спрашиваю всех, моих коллег. На постоянной? Все говорят, на постоянной. Я говорю, а вы знаете, что этот закон на 3 года всего принят? Год прошел. Они все, да? Я говорю, да. Петр Алексеевич, да? Он говорит, да. Ну, правда, честное слово, это прямая речь почти. Все говорят, ну, знаете, ну, он должен сделать это на постоянной основе. Я говорю, ну, должен, пусть делает. Теперь вот этот самый закон об особом статусе. Он принят, Радой, принят. Там что написано в Минских соглашениях? Через 30 суток ввести в действие, принять постановление Рады. Приняли? Приняли. Ну как приняли? Приняли еще к самому закону, по-моему, статью 10, в которой написано, что он будет реально применяться только после проведения выборов. То есть опять отложили. Я говорю, слушайте, но здесь же написано, чтобы он действовал. Нет, так не написано. Написано постановление Рады принять. Мы приняли. Все. Но это же манипуляции. Если мы хотим реально решить проблему, давайте перестанем этим заниматься. Давайте вместе будем над этим работать. И мы готовы уговаривать, готовы приводить аргументы людям на юго-востоке страны, чтобы был найден какой-то компромисс. Мы к этому готовы и этого хотим. Нужно, чтобы этого захотели наши партнеры в Киеве.